Привет, друзья! Сегодня мой с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Сегодня я вам расскажу, как можно сделать из подручных материалов те или иные виды игрушек, чтобы нравились животным. То есть, если у кого-то нет возможности для того, чтобы приобрести в магазине дорогой пуллер какой-то, вы можете из подручных материалов сделать эти игрушки сами. Единственное, что я хочу сказать, что никогда собаке не позволяйте находить игрушки на улице. То есть, это какие-то пустые пластиковые бутылки, какие-то палки, которые растут и падают потом. Чтобы собаке была необходимость в вас, чтобы вы были именно тем центром внимания, когда выходят на улицу, чтобы игрушка эта находилась в ваших руках. Вот именно для чего. А из чего можно сделать? Самый простой и дешевый способ сделать нормальную хорошую игрушку, которая будет и полезной, и зубам не повредит, и пищеварительной системе собаки, это из веревки. То есть, вот у меня Акбар уже принес. Сядь, сиди, жди. Все, дам. Это значит, вот такая вот игрушечка, да? То есть, это обычный узел линча. Я уж не буду показывать, как его вязать. В интернете наберите просто узел линча, и вы увидите. То есть, это будет вот такая вот. Можно играть в перетяжку, можно апортировочный предмет какой-то делать из этой игрушки. И вот немножко другая, тут мы уже поиграли с собакой, да. Тем не менее, тоже очень сильно нравится, тоже вот петля удобная для ручки. И здесь это узел восьмерка, то есть узел линча, узел восьмерка. То есть, ну, единственное, что смотрите, чтобы это не тонкая бельевая веревка была. Хотя и тонкие бельевые можно для маленьких собачек каких-то делать там. Типа чихуахуа, там карликовые пинчеры какие-то. А для средних пород, ну вот выбирайте там, я не знаю, там от 0,8 миллиметра, то есть, ну, где-то от сантиметра, да, там до 2 сантиметров, до 1,5 сантиметра, чтобы диаметр был веревки такой. Узел линча восьмерка. Как это работает, сейчас я вам покажу. Так, с вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. Спасибо.